Всем привет! Сегодня мы сделаем вот такую большую и красивую креветку из бумаги. Вот так выглядит это оригами с одной стороны. Если креветку перевернуть на другую сторону, вот так эта креветка выглядит с другой стороны. Делать такую креветку несложно. Давайте мы эту красивую оригами креветку сделаем вместе. Для того, чтобы сделать креветку, нам понадобится квадратный лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров, ножницы, фломастер и ручка. Положим пока ножницы в сторону, уберем фломастер и положим в сторону ручку. Берем лист и складываем его по диагонали с угла в угол. Наводим листочек, раскладываем листочек обратно. Теперь боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. Загибаем с одной стороны листочек, ложим по центральной линии. И таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Переворачиваем лист и ложим его по центральной линии. Складываем лист и хорошо его наведем. Получается вот так. Теперь еще раз боковые стороны загибаем центральной линии с обеих сторон. Загибаем листочек с одной стороны, ложим лист по центральной линии. Наводим лист. И теперь с другой стороны загибаем листочек таким же образом. Переворачиваем лист, ложим его по центральной линии. Наводим листочек. Получается вот так. Разберем листочек вот таким образом. И теперь боковые стороны загибаем центральной линии с обеих сторон. Загибаем сразу с одной стороны, ложим по центральной линии. И таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Получается вот так. Теперь переворачиваем листочки обратно с одной и с другой стороны. И вот этот уголок загибаем к началу вот этих листочков. Переворачиваем уголок, ложим его возле листочков. Вот так положили уголок возле начала листочков. Наводим. Теперь я листочек разверну, чтобы было лучше видно. Теперь я возьму ручку и помечу, что нужно дальше делать. Вот у нас есть две линии. Вот одна по диагонали и вот вторая. И теперь делаем небольшие пометки с одной стороны и с другой стороны. Вот длиной несколько миллиметров. И соединяем их вместе. Убираем ручку. Получается вот так. И теперь вот этот листочек нужно вырезать. Для этого берем ножницы и вырезаем по сделанным отметкам. Вот так отрезали листочек, убираем ножницы, убираем листочек, ложим. И уголок переворачиваем. Получается вот такое отверстие в середине. Теперь переворачиваем листочки с одной стороны и с другой стороны. И теперь по центральной линии складываем листочек вдвое.
хорошо наводим. Наведем весь листочек. Получается вот так. Теперь снова нужно сделать еще один последний надрез. Я снова возьму ручку и снова помечу, что нужно сделать. Вот. Вот с этой стороны отступаем в широкую полоску бумаги и ставим точку. Вот так. С другой стороны отступаем небольшую полоску и ставим точку на несколько миллиметров выше. Вот так. Теперь я обе точки соединю. Получается вот так. Убираем ручку. Вот такую разметку сделали. И теперь вот по этой линии нужно сделать разрез. В конце листочек не отрезаем, просто разрезаем до конца отметки. Берем ножницы и разрезаем листочек. Вот так разрезали лист, убираем ножницы. Ложим листочек, получается вот так. Переворачиваем верхний листочек на другую сторону. Получается вот так. Снова загибаем боковые стороны с одной и с другой стороны. Так, с одной стороны загнули лист, загибаем с другой стороны. Наводим листочки. Получается вот так. Теперь поднимаем отрезанные листочки и переворачиваем их на другую сторону. Наводим листочек. Теперь вот эти листочки нужно просунуть в вот это отверстие. Поднимаем листочек, берем листочки и просовываем. Один листочек в середину и второй листочек просовываем в середину. Берем за уголки, тянем, просовываем до конца. Ложим. Теперь вот этот листочек двигаем вот эту сторону до конца, фиксируем положение. А вот этот листочек в другую сторону до конца. И наводим, фиксируя положение. Получается вот так. Переворачиваем уголки. С одной стороны наводим и с другой стороны также листочек наводим. Получается вот так. Берем уголок и переворачиваем на другую сторону. Наведем лист. Теперь от края листочка отступаем широкую полоску бумаги и переворачиваем уголок на другую сторону. Наводим лист. Получается вот так. Если поднять уголок, мы увидим, что в середине остается полоска бумаги. Переворачиваем обратно и наводим. Теперь вот от этих уголков отступаем широкую полоску бумаги. И переворачиваем листочек на другую сторону. Так, перевернули, сложили и хорошо наводим. Теперь от края отступаем широкую полоску бумаги и переворачиваем листочек на другую сторону. Наводим лист. Вот если уголок поднять, мы видим, что в середине остается полоска бумаги. Переворачиваем обратно. Теперь снова вот от этих сторон отступаем широкую полоску бумаги и переворачиваем листочек снова на другую сторону. Наводим лист.
Получается вот так. От края отступаем полоску бумаги и переворачиваем листочек на другую сторону. Наводим. Вот и снова, если поднять листочек, мы видим, что в середине широкую полоску бумаги. Переворачиваем обратно. И еще раз отступаем от боковых сторон широкую полоску бумаги и переворачиваем листочек на другую сторону. Наводим. Снова от края отступаем широкую полоску бумаги и переворачиваем листочек на другую сторону. Наводим. Вот и снова, если поднять листочек, в середине остается полоска бумаги. Закрываем обратно. Получается вот так. Теперь по центральной линии складываем листочек вдвое. Так, аккуратно переворачиваем. Складываем листочек. Получается вот так. Хорошо наводим листочек. Наведем вес листочек. Получается вот так. Теперь берем нашу креветку. Держим вот за этот листочек, а вот этот листочек опускаем вниз. Прижимаем. Теперь за этот листочек держим, а вот этот листочек опускаем вниз. Прижимаем. Теперь вот этот листочек держим, а вот этот опускаем вниз. Прижимаем. Вот так. Получается вот так. Теперь нужно взять фломастер и нарисовать креветке глаза. Нарисуем. Вот с этой стороны один большой глаз. Перевернем на другую сторону. И с другой стороны также нарисуем большой глаз. Убираем фломастер. Теперь берем вот этот листочек и поднимаем его вверх. Наводим. Переворачиваем на другую сторону. Берем второй листочек и снова поднимаем его вверх. Равняем по нижнему листочку и хорошо наводим. И теперь у нас получается вот такая креветка. Я надеюсь, вам эта креветка понравилась. Желаю всем успехов!